Всем привет, это Ирина Воскресенская. Вот такую пиццу сейчас мы с вами приготовим. Очень быстро, вкусно, аппетитно. Очень, я уже съела кусочек, и это очень вкусно. Хрустящая корочка, много вкусной такой начинки, сочной, и много сыра. И самое главное, она делается всего за 5 минут. Готовьте сковороду, и давайте делать вот такую очень аппетитную и вкусную пиццу. Давайте побалуем себя быстрой пиццей. Надеюсь, этот рецепт у вас приживется и будет любимо. Начинка для любой пиццы, вы знаете, во всяком случае в России подходит все, что есть в холодильнике. У меня вот здесь перец, оливки зеленые, зеленый лук, ну любая зелень может быть. Нашла сыр моцарелла у меня вот такой. И буду я делать грибную пиццу. У меня тут грибы, я их немножко обжарила. И сыр уже твердый. Вот такой. Вот такой набор. Начинку я приготовила, а сейчас мы будем готовить тесто. Для теста возьмем 2 яйца. Четыре ложки кефира, если у вас есть сметана, можете смело брать сметану. Так, и 4 ложки майонеза. Мы с вами все перемешиваем. Так, и теперь нам нужна мука. Муки положим сначала 5 ложек. Раз, два, три, четыре, пять. Вообще по рецепту нужно 9. Но я всегда смотрю. Так, вот еще парочку добавим. Мне кажется, хватит 7. Да, хватит. В общем, 7 ложек у меня ушло с горкой муки. Тесто наше готово. Достаем сковороду, потому что мы с вами будем делать пиццу не в духовке, а наверху на сковородке. Сковороду ставим на огонь. Наливаем растительное масло. Выкладываем тесто. И будем сейчас его с вами распределять в виде круга по сковородке. Круг. Так, и теперь нам нужно что-то томатное сверху. Все, что есть, то и добавляем. Кетчуп, томатную пасту, если вы хотите. У меня это будут протертые помидоры. Жарить надо пиццу у нас такой средний, даже ниже среднего, чтобы ничего снизу у нас не подгорало. Все, вот так вот. И сейчас кладем начинку. Так, у меня это грибы.
Я грибную делаю, но еще раз скажу, что смело можно добавлять все, что у вас будет в холодильнике. Так. Добавим перчика. Если хотите, добавляйте еще соли. Я солить не буду, так как сыр довольно-таки соленый. Не хватает. Кому мало, можете еще чуть-чуть подсолить. Сыра чем больше, тем лучше. Так, все. И нам надо закрыть это крышкой. Так, прошло 5 минут. И наша такая блиц-пицца быстрая готова. Надо, конечно, ей немножко подождать, чтобы она хоть чуть-чуть остыла. Ой, очень горячая, очень вкусная пицца. Она хорошо пропеклась. Снизу хорошая такая корочка, хрустящая, и очень много начинки. Так что рецепт палочка-выручалочка. Обязательно готовьте. Самое главное, на небольшом огне. Все, всем пока-пока. И до новых видео. А я буду есть пиццу.